Здравствуйте, дорогие друзья. Вчера получил еще две точилки эконом-класса, но это точилка с поворотным механизмом. Итак, смотрим само основание, куда крепится вертикальная штанга. Направляющим для держателя камней. Позиционируется таким образом. Можно прикрутить винтами, шурупами, либо еще что-нибудь, либо просто поставить струбцину и прикрутить ее к столю. Поставить здесь вот так, ставим край, нажимаем. Здесь поворотный механизм, сдвоенные губки, направляющие для держателя камней. Держим сам держатель, вставляем, ключики идут в таблетки, позиционируем, зажимаем. Все, поставили. Точилка готова к работе. Точилка готова к работе. Ставим, отпускаем губки. Расслабляем нажимающие винты. Нажимающие винты. Позиционируем. Здесь нажимаем клеммочек. Берем камень. Нажимаем. Ставим маркер. Поводим про РК. Ну, нож у меня заточенный. Проверяем, не попали. Ослабляем барашек. Опускаем чуть-чуть направляющую. Либо поднимаем по необходимости. Все зависит от того, какой у вас там угол. И начинаете легко и непринужденно точить. Перевернули, проточили с другой стороны. Вот и вся премудрость. Эконом-вариант точилки. Стоит точилка данная 5200 рублей. В комплекте идет держатель, штанга, вертикальная стойка с направляющей втулкой, сам винты еще жесткие. Сама основа, на которой крепится поворотный механизм. Губки. При необходимости можно докупить вертикальный шарнир, подставку и эту площадку вместе с поворотным механизмом поставить на точилку Вектор В. В комплекте идет ключики, ключик для контргайки, который находится на вертикальной этой, держатель камней, штанга, набор ключей и вот этот все. Комплект стоит 5200 рублей. В наличии две штуки. Заказываю.